Так, всем привет! Сегодня я получил посылку с AliExpress. Вот, походу очередной E702. Пришла эта посылка от одного и того же продавца, который, кстати, меня очень сильно расстроил. Хреновый телефон он присылает. Поломанные, некачественные. Мне очень не нравятся его аппаратики. Я вам, если что, скину ссылочку на него, на этого гадского продавца, вот, чтобы вы у него не покупали. Вот, и, соответственно, отзыв ему оставлю негативный. Вот. Ну, ему скину это видео. А может, не скину, в принципе, все на китайцы никогда не понимают. Так, ага, это 6500 пришел. Не 75, 6500. Так, такой вот у нас телефон, что значит пришел. Так, 6500C. Такая коробочка у нас фирменная. Тут у нас комплект USB кабель, зарядное устройство, ну и сам телефон. Сейчас посмотрим телефончик, что у нас тут, проверим, прогоняем его на работоспособность, чтобы эта сволочь китайская нас больше не обманула. Ой, то есть заказ мы еще пока не закрывали, оставили, чтобы, если что, вернуть свои деньги. Так. Сборка хорошая. Сборка хорошая. Тоже хорошо. Так. Здесь фишечка. Micro-USB здесь используется. Вот у нас динамик, то есть микрофон находится. Так, как же открывается сам телефончик? Ага, вот так он наш. Круто. 1 гигабайт памяти у него. Прикольно. Такой вот аппаратик. Ну, плохой такой. Так, выставим, так, русский язык, ну-ка глянем, где тут у нас Zemus Profiles, там вот дисплей, там паттер, навигейшн, так, там, где ж русский язык вставлять, могу встретить, так, русский язык есть. Блин, уже хорошо. Так, еще что-то у нас с камерой интересно. Нормальная ли она? Работает, потому что в предыдущем там телефоне, так, тут работает камера. Угу. Хорошо. Ну, видно, что камера работает. Вот так. Ну, телефон, в принципе. Нет. Блин, царапинки какие-то. Непонятно. Не знаю, хрень какая-то. Блин. Такой себе, конечно, телефон. Царапинки вот эти, конечно, паршивые. Ну ладно. Будем посмотреть. Вот такой вот телефончик нам пришел. Не очень качественно.